В Польше отмечался День бабушки 21 января и День дедушки 22 января. В таких случаях во Вроцлаве всегда проводилось огромное количество мероприятий, которые жители города с удовольствием посещали. День бабушки и дедушки в 2021 году совпадает с пандемией коронавируса, а это означает, что многие внуки не смогут навестить своих близких, чтобы не рисковать. Тем не менее, Центр для пожилых людей Вроцлава подготовил ряд мероприятий онлайн, чтобы сделать этот день особенным, несмотря на ситуацию в стране. Так, празднование началось 15 января и продлится до конца месяца. Все бабушки и дедушки могут рассчитывать на виртуальные занятия по профилактике здоровья, семинары по северной ходьбе, образовательные встречи по сбалансированному питанию или полипрагмазии, музыкальные классы, мемориалы и встречи поколений, а также фотоконкурс. Участие в встречах бесплатное. Просто нужно зайти на сайт seniorzhy.vroclav.pl и выбрать одну из интересующих ссылок. Людям, которым может потребоваться помощь при входе на сайт, сотрудники Центра для пожилых людей во Вроцлаве предлагают помощь по телефону или по электронной почте.